Вы можете сказать, что тот, кто не способен на жестокость, гораздо благороднее того, кто способен. Вы ужасно ошибаетесь, потому что если вы не способны на жестокость, то вы жертва любого, кто способен. Невозможно уважать себя, пока у тебя не выросли зубы. Но когда они появляются, ты осознаешь, что ты опасен. Затем ты начинаешь относиться к себе с уважением, а после и другие люди начинают относиться к тебе с уважением. Мы учим тебя быть мирным и бдительным и избегать драк. Но если тебе придется драться, то покажи все, что умеешь. Другими словами, если ты умеешь драться, то это снижает вероятность того, что тебе придется драться.